Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан. Я продолжаю играть на сервере 8-бит, 12 сезон, приватный сервер. Продолжаю отыгрывать роль капитана Джека Воробья. И, как обычно, на этой неделе с нами незримо и не слышно, не знаю, Хаммер, он сейчас сидит, кушает у меня, смотрит какой-то Майнкрафт на Ютубе. Вот, уже почти выздоравливает, спасибо тем, кто желал, ну, тем ребятам, кто писали, побыстрее выздоравливай. И надеюсь, мы с ним сможем в субботу пойти на Звездные войны. Итак, что я хотел вначале рассказать. А у меня вообще звук слышно тут? Я имею в виду в Майнкрафте, то... звук слышно, монстр там. Это жесть какой-то. Давайте я... спасите. А что я хотел? Да нет, я хотел же докопать. Быстрее прибегаем. Фу, чтобы не оглушать вас монстрами. Что я хотел сказать? Мы чуть-чуть обновили сборку. Сейчас вам покажу, что за обновление. Буквально вот несколько минут назад я перезалил на сервер, залил на депозит. Если кто, ребята, хотят скачать эту сборку, все это есть в группе ВКонтакте. Вот. Вот Arts Magica на русском, ребята. Вот. На русском все переведено. По-моему, ну и внутри вроде бы там есть же книжки какие-то, да? Ну, в смысле, книжечки тут. В Arts Magica. Подождите, книжечки же есть тут? Ну, вот книжечка, допустим, да? Но я сейчас не могу... Нет, я, конечно, могу сейчас из креатива достать и вам показать, что переведено там, да? Но как вам сказать? Я могу, это компендиум, ё-моё. Ну, в общем, вы видите, что переведено на русский, по крайней мере, название, да? Ну не все тут, unnamed. Ну, какие-то, я думаю, менее важные какие-то предметы. Я не очень разбираюсь в Arts Magica. Книга существ зла, там, тайная книга заклинаний. Вот, но как-нибудь я потом проверю, я не знаю. Но поверьте мне, что там переведено внутри на русском. По крайней мере, я надеюсь. Это ребята специально... Ну, ребята специально переводили не... Ну, как бы не для нас, но для Андрея с Денисом канала «Лазуритный гном», и они поделились с нами этим переводом. Ну, Андрей с Денисом. Вот, спасибо им большое, потому что я когда увидел, что Саша Пророк там начал на английском эти книжки изучать, и мне стало как бы грустно и жалко. Одновременно я говорю, что... Ну, как-то мы все вместе поняли, что... А что, собственно, мучаемся? Есть же перевод. Вот. И добавили мод. Он, к счастью, тоже переведен. Видите, желтый воздушный шарик. Это мод на корабли и на воздушные шарики. И на дирижабли. Вот. Надеюсь, что с ним будет все нормально. Он не будет там глючить и так далее. Вот. Обязательно это построй, потому что... Потому что, ну, я попросил ребят, ну как, я говорю, давайте, ребят, мне нужно для отыгрыша этот мод. Они, почему бы нет, посмотрели, почитали, ну, проверили, что от этого сборка глючит, не глючит. Но еще мы не проверили до конца, но я надеюсь, будет все нормально. И на самом деле капитан Джек, коим я являюсь, как бы роль играю, на самом... Ну, сможем построить настоящий именно корабль, именно сами построить, и он сможет плавать с сундуками там, и, в общем, будет круто. Посмотрим, как это будет, то есть, мне это посоветовал подписчик, ВКонтакте, говорю, подписчик в комментариях. Спасибо ему. Я, конечно, знал про этот мод, не скрою, но я, как говорится, знал, но забыл, да? Ну... Как-то я, не то что даже забыл, что-то как-то не придал значения, а потом написали в комментариях, я
подумал, а почему бы нет, собственно? У меня на этом очень много завязано. То есть капитан Джек строит свой корабль, а зачем строить, ну, как-то шуточно, не настоящий корабль, да, когда можно построить настоящий корабль. Если это если у нас все нормально с этим модом будет, я надеюсь, мы это с вами проверим. Хотя Саша Пророк, по-моему, проверит раньше, он... Какие-то идеи у него появились насчет этого мода, поэтому... Так, это у нас... Вот у нас красная пыль. Для чего-то нам не нужна... Подожди. А, ну да, красная. Красная руда. Наверное, хотел и часы. Часы еще сделать из этой... Из красной руды надо было. Я уже, честно говоря, забыл. Сейчас посмотрим. Так что... Капитан Джек рад, что он действительно будет строить настоящий корабль и плавать на нем, не знаю, в гости там. Вот. Раньше этот мод, я просто расскажу немножко, раньше этот мод был, ну, как там сказать, не то чтобы ошибки у него были, а что-то я заблудился. При постройке корабля корабль мог вместе с частью суши, с частью суши уплыть. Ну, как уплыть? Оторваться, в общем. И там были всякие нюансы. Если даже кто-то давно нас смотрит, может, там мы с Хаммером, кстати, строили корабль. Да-да-да, в этом моде у нас было. Был такой летсплей у нас. Давно, правда, очень. И... Там, в общем, корабль, когда уже был готов, и вода под кораблем, она становилась, ну, как вам скажем, потоки такие. В общем, были проблемы с этим модом, так сказать. А сейчас разработчик мода, ну, добавил специальные блоки, то, что касается кораблей пристани. И именно к этим блокам нужно пристыковывать, отстыковывать корабль. Чего-то мне тут ничего не попадается, никакие не алмазы. Ну нет, алмазы... Я тогда нормально алмазы, кстати, выкопал. Что-то я жалуюсь-то. Мне нужно золото, ребята. Давайте... Кто знает, на каком уровне чаще встречается золото? Сейчас мы поедим. Ну вот видите, никакого отравления. Красотища. Как сказал опять же Саша Пророк, все, что касается еды, в этой сборке проблем нет. Давайте все-таки посмотрим монстров. Давайте. Я не. Если. Так, а это что? Деревянное. А, здесь шахта. И, по-моему, они из шахты кричали. Да-да-да-да-да.
Так, ну, нету золота, будем плавить железо. Так, давайте... А я здесь же могу поспать? Рядом монстры. Замечательно. Так, печку надо и ведро воды. Ну, ведро... Вот насчет воды... Я... Не хочу туда выходить. Нет, ни за что. Ладно. Так, и печку. Ну, печку мы сейчас сделаем. Че мы печек не делали, что ли? А! Кто это? Спасите! Мамочки! Я боюсь это! Это что за звуки такие? Вы слышали там, что за звуки? Я вообще боюсь уходить вообще. Вот это получается... Это получается на поверхность? Слышите? Вот он. О, Хамик, ты бы слышал эти звуки, это ужас какой-то просто. Ты бы испугался. Я говорю, ты бы слышал звуки, ты бы испугался. Там звуки какого-то монстра, я даже боюсь. Кто это? Фу, это просто скелет. Это просто хороший скелет. Ну а там звуки какого-то монстра, который явно на улице. Блин, я боюсь, ребят. А знаете, как надо? Надо за место... Это что за блок, кстати? О, это из сахара. За место этих блоков... Что-то притормаживать. За место этих блоков надо это... Надо стекло поставить, чтобы хоть что-то видеть. Давайте мы... А что у нас песочка так мало, кстати? Песочка вообще... Вообще нет песочка. Что это так... Что такое? Еще песка нету. Так. Нужно ведро воды. Я ребята, боюсь. Нет, там этот монстр. Модом можно всем пользоваться? Каким модом? Это с косой какой-то этот человечек. Он опасный, нет? Это у меня то пауки с тыквами, то тыквы сами ходят. Подождите, нет, ну ладно, скелет-то фиг с ним, со скелетом. Мужики, вы нормальные, а? Мужики, вы чё? Как бы мне их не это? Я боюсь даже как-то. О, с ними торговать можно. Фу, мужики, это я потом с вами. Вы мне как-то страшны. А?
Где кто? Что? Опять? Кто? Где что кто? Паук? Паук, не убивай меня. Паук, не надо, мне надо воду. А, нет, все, ну. Ну нафиг. А, иглу? Это, мужики, вы меня пугаете. Ладно. Так, давайте все-таки что-нибудь нормально сделаем. Зайдем. Я, конечно, хотел урожай там собрать, но ладно. Не до урожая. Давайте двигатель соберем. Как они кричат, эти самые тыквы, я не знаю каких. Вот. Ребята, мы сделали двигатель. О, ведро остается, главное. Круто. Так. Давайте мы все, что для кораблика, будем... Здесь вот у нас будут верхние ящики. Ведро не знаю, нужно. Может здесь вот... Может воду здесь вот внутри сделать нам? Как вы думаете? Да нет, я воду сделать... И дверь даже осталась. Нет, вообще, у меня у дома дизайна никакого вообще. Какой дизайн, когда тут постоянно просто, не знаю, убивают нещадно. Тут ребята не доди... Время уже подошло к концу. Не, ну давайте все-таки мы сделали двигатель и сделаем, как это не смешно звучит, лужицу. Да, сейчас я сделаю лужицу. Как они все-таки шумят эти. Быстренько-быстренько взяли, быстренько-быстренько побежали. Налили. И как вода-то все-таки красиво выглядит, ребята. Все-таки круто, да? Нет, все-таки красиво, да.
мужики, вы так кричите, а? Просто надоедает. Надо сейчас бы, знаете, что, ребята, сделать? О, смотрите, какая вода. Смотрите, оп, оп, красотища, да? Красотища просто. Вот у нас и тут источник. А! Он ко мне зашел! Он... Смотрите, он ко мне зашел и пошел туда, в пещеры. Он двери может открывать. Вот это да. Ты... Ах, слушай, ты... Не... Он так... Он впустить так кого-то может, я вам больше скажу. Все, мне надоел этот звук вот от него. Мужик, я надеюсь, ты меня не убьешь. Звук от... Нет. Не то, подожди. Не то. О, а, враждебные. Нет. Ребята, я не знаю. Не, ну это общая громкость. Да я окружение уменьшал уже. Игроки. Не влияет на него это. Ребята, что делать, я не знаю. Мне он как бы особо не нужен. Мне это его это... Звуки вообще раздражают, честно слово, наверное, вас. А, мужик, он... И главное, зашел. Я тебя звал, я тебя звал, что ли? Пришел, понимаешь, тут пыхтеть там, кряхтеть, или что он вообще делает тут? Либо мы пойдем в пещеру и не будем слышать этих звуков. Ужасных. Может, он выйдет сейчас? Или дверь. Знаете что? Дверь надо, наверное, железную поставить с кнопочкой. Я думаю так. Железную дверь с кнопочкой. Уже темнеет. Ладно. Я хотел тут что-то собрать. Ладно. Хорошо. Может попытаться убить его? Ладно, не будем пока. А вот под эти чарующие звуки. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Спасибо, всем пока.